Выращено с любовью. Около 3 тонн дачных яблок – подарок от садоводов Самарского региона жителям областной столицы. Фрукты и яблочные пироги стали угощением на 8 площадках города, где отмечали яблочный спас – один из первых праздников урожая. Садоводы делятся, чтобы урожай был на славу, подходить к деревьям надо с душой. Кто говорит, ой, нынче мало яблок, а кто говорит, наоборот, у меня полно яблок, приезжайте. То есть это вот не зависит уже. Какие-то яблони отдыхают, какие-то, наоборот, плодоносят. Когда, допустим, вот поливаешь яблоню, да еще ей с ней разговариваешь, с яблоней, то 100% будут яблоки. Яблочный спас отмечают в православный праздник Преображения Господня. Явление божественного величия Иисуса Христа перед 3 ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. Праздник Преображения говорит нам о том, что мы должны тоже стараться с Божьей помощью преображать свою бессмертную душу, чтобы она тоже просветлела. Освященные яблоки принято есть самим и раздавать родным, знакомым и даже незнакомым людям с добрыми пожеланиями. Особенностями национальных традиций празднования поделились представители национально-культурных центров города. Мордовская традиция справлять яблочный спас – это люди ходят как родовое хождение. И надо обойти весь род, у каждого в гостях побывать, у каждого попробовать яблоки и попробовать квас. И кулага у нас. Конечно же, белорусы приходят на этот праздник церковный с пирогами, испеченными с яблоками. Ну, конечно, много рецептов. Так Беларусь славится не только бульбой своей, но и хорошими садовыми яблоками. Впервые в Самаре яблочный спас отметили так певуче и с многонациональным колоритом. Живу я в России, в Самаре красивой, прекрасно здесь Волга река. Яблочный спас – праздник единый для всех православных народов. Нельзя быть с человеком, не помнящим родства. Настоящим патриотом можно быть только тогда, когда ты помнишь все, что сделали твои предки. Вот. И впитываешь в себя все самое лучшее, чего они в этой жизни достигли, что создали. По народным поверьям, яблочный спас знаменует начало осени. После спаса становится значительно холоднее. В старину верили, что яблоки с медом, съеденные на спас, обеспечат отменное здоровье на весь год. А если ешь только что сорванные с ветки яблока, нужно непременно загадать желание. Россия, Русь, храни себя, храни! Марина Кравцова, Павел Пресняков, События.